Ну, друзья, как обещали, музыкальный час в нашем шоу «Мурзинга Лайф» начинается. Прежде всего, зрители сегодня практически полный зал. Поприветствуйте сами себя. Артистку они будут приветствовать чуть позже, потому что надо сказать, что у нас сегодня с концертом студентка высшей школы экономики, так. Инвестор, угу. В перспективе даже финансовый консультант Анна Седокова. О, да! Могла я мечтать. Привет, Аня. Привет, Ань. Привет. Не виделись 1000 лет, давай все-таки начнем концерт, потом поговорим. Подождите, должна сначала я сделать официальное и очень приятное заявление, что можно смотреть трансляцию, видеотрансляцию живого концерта Анны Седоковой на странице Авторадио ВКонтакте. Даже не можно, а нужно. Не можно, а нужно. Да. Поехали, концерт. Начинаем. Ну что, мы начинаем с нашей любимой песни «Шантрамы». Публика уже сразу встает, танцует. Включайте трансляцию, будем петь, танцевать все вместе. Стали шумами на теле, мы так не хотели, а искали шантарам. Стали шумами на теле, глубоко задели половины пополам. Стали шумами на теле, мы так не хотели, а искали шантарам. Стали шумами на теле, глубоко задели половины пополам. В клубе помню, ты и она, кто-то тебя судит, кто-то только не я. Было так безразлично, было все так тебя. Ты подошел и забилась, словно живая я. Помню, взял ты за руку, просто повел за собой. Мысли так бешено льются, это же ты же мой. Губы так нежно касаешь, она целует меня. Я в тебя покручаюсь, ты моя глубина. Стали шамами на теле, мы так не хотели, а искали шатара. Стали шамами на теле, глубоко задели половины пополам. Стали шамами на теле, мы так не хотели, а искали шатара. Стали шамами на теле, глубоко задели половины пополам. Я улетаю на первом, ты не выходишь на свет. Это нервы, все не могу сорвалась. Как же так нагло, так грубо взял мою душу в тиски. Да ты вообще мне не нужен, я пью соки от тоски. Выпью за то, кем не стал ты, выпью за то, что не я. Буду в единственном танце, буду тебя забывать. За руку утро встречая, глупая буду с другим. Пьяная значит живая, где же ты, позвони. Старый шалом и на теле, мы так не хотели, а искали шантара. Стали шамами на теле, глубоко задели половины пополам. Стали шамами на теле, мы так не хотели, а искали шантара. Стали шамами на теле, глубоко задели половины пополам. Стали шамами на теле, мы так не хотели, а искали шантара. Начали с классики. Ань, не виделись с тобой полтора года. Вечность по нынешним временам. На самом деле, да. Да, так долго. Почему? А вот это мы и хотим узнать, но на самом деле понятно, что полтора года, как у любого человека, вмещает в себя огромное количество событий, о некоторых из которых мы обязательно сегодня поговорим. Ну, начнем просто, наверное, за жизнь. Много ты интервью давала в последнее время, после относительно такого, ну, периода молчания. Одно из заявлений, что ты теперь перестала спешить.
что в тебе произошло? Я стала чувствовать каждый день, знаешь, если раньше мы строили прогнозы, я думаю, что многие, в принципе, из нас планировали, знаешь, вот это вот сейчас вы должны запланировать свою жизнь на 3, на 5 и на 20 лет вперед. Сейчас, мне кажется, появилось... Сейчас мы все, наверное, ну, я точно ничего не планирую. Сейчас я живу каждый день, благодарю за каждый день, за то, что я жива, за то, что со мной мои близкие, за то, что мы здоровы, за то, что у нас есть еда. И вот это ощущение проживания каждый день, оно прям пришло в мою жизнь, и мне кажется, я стала взрослее, может быть. Может быть, мудрее. Давай так. Простые вещи так получаются. Да, ты знаешь, да? Вот простые вещи такие, как, да, не знаю, еда, здоровье близких или... Все равно с еды начинаешь, или, ты посмотри. Или любовь близких, знаешь. Любовь важнее, да. Сегодня мы будем слушать помимо премьеры, которая чуть позже, в основном песни, проверенные временем, но летом вышел трек «Прощай, амиго». И, насколько я знаю, очень долго ты ждала этого выхода. Mm-hmm. Что мешало представить его раньше? Да нет, как-то все было, мне казалось, что и не к месту, и mm-hmm. не надо, и сейчас не до песен, и как-то мне в какой-то момент я, знаешь, как есть рефлекс, бей, беги, или прячься, или как типичный, mm-hmm. Mm-hmm. и мне кажется, что в какой-то момент я просто как любой эмоциональный человек испугалась, спряталась, и мне просто хотелось где-то там сидеть на ручках и все. Но потом в какой-то момент я поняла, что это моя жизнь, и я должна ее жить. Ты знаешь, Ёлка, то же самое, вот недавно виделись и на концерте, где была, естественно, там несколько тысяч, да, аудитория в клубе, она тоже задала себе вопрос, нужны ли сейчас песни. И говорит, когда я вижу, что собирается такой зал, который хочет этого, mm-hmm. который поет вместе со мной, понимаю, что это нужно. Нужно, нужно. Знаешь, если мы сейчас все будем еще больше грустить, переживать и нервничать, то тогда ничего от этого точно хорошего не получится. Поэтому нужно отлавливать позитив, улыбка ребенка, не знаю, хорошие друзья рядом. И опять же еда. Ты знаешь, про твое пристрастие к еде мы обязательно поговорим. Почему пристрастие? Нет, ну хорошо, про твое особое отношение. Нет, особое отношение, причем в хорошем смысле. В хорошем, сейчас все хорошее. Да, поговорим чуть позже. Ты знаешь, по поводу опять «Прощай, амиго», буквально несколько слов. Насколько я знаю, ведь этот трек, он ждал выхода, по-моему, 8 лет. Да, 8 лет. То есть 8 лет как-то у тебя уже была готовая композиция, но как-то все не доходило. Была, знаешь, без аранжировки. Ну, по крайней мере, вот. Месту и еще что-то. И потом мы как-то все сделали. Вот сейчас мы должны были его выпустить. А потом, нет, мы не выпустим. Знаешь, это женские такие метания. Ну, ты ждал, вот знаешь, как хороший коньяк, ждал, выдерживался. Да, да. Вот сравнение с коньяком. 8-летний амиго теперь. 8-летний амиго и нет, прощайте. Ну, не 25-летний, знаешь, тоже. Мог бы и подождать, как некоторые песни. Кстати, сегодня у нас будет премьера 20-летний. Песни да ты что? Да, 20 лет. Давай все-таки для того, чтобы вот эту интригу поддержать, давай. Мы сейчас сделаем небольшой антракт в нашем концерте, давай. А люди в этот момент будут обязательно. Пойдем в буфет. Мне даже стыдно, что я без пиццы к вам пришла. В следующий раз прихожу. Подожди, ты все время нам вкусняшки приносишь какие-то. Не пицца, а там всякие. Вот поэтому полтора года она и думала. Чего пиццы нет, что приходить. Друзья, в двойную порцию в следующий раз. Анна Седокова, живой концерт продолжится очень скоро. Тебя все еще трясет от него, и подругам не расскажешь, как тяжело оставаться одной в пустой квартире ночами, если сердце на части. Он искал кого-то лучше, чем ты, разбивая вдребезги все твои мечты, а ты, глупая, цеплялась за пустые слова, не поняла. Включи телефон, он не зазвонит, и второй бокал уже убит. Отключи телефон, он не твой человек, прибавь звук на грустный трек. Больше не люби его, не люби его так, ведь он плохой, и ты это точно знаешь. Не люби его, он один виноват, что ты сама себя частям собираешь. Не люби его так, ведь он плохой, и ты это точно знаешь. Не люби его, виноват,
согреться, быть спокойному сердцу. Он просил тебя ему не звонить, перестать ему писать и его любить. А ты, глупая, цеплялась за пустые слова, не поняла. Отключи телефон, он не зазвонит, и второй пока уже убит. Отключи телефон, он не твой человек. Больше не люби его, не люби его так, ведь он плохой, и ты это точно знаешь. Не люби его, виноват, что ты сама себя по частям забираешь. Не люби его, не люби его так, ведь он плохой, и ты это точно знаешь. Не люби его, он один виноват, что ты сама себя забираешь. Седокова у нас здесь живым концертом. Мы медленно и верно мы подходим все-таки к премьере, о которой говорили. Ремейк хита «Не оставляй меня, любимой», который... Ремейк — какое-то странное слово. Хорошо. Та самая песня? Вот это вот, которая «Не оставляй меня, любимой», которую мы знаем. Скажи, пожалуйста, почему из всех песен «Виагры» ты выбрала именно эту? Потому что она для меня особенная, потому что с нее по-настоящему началась... моя жизнь на сцене, и, наверное, знаете, как первую любовь помнят навсегда. Вот она, наверное, моя первая любовь. Это первая песня, которой я что-то почувствовала. А как Константин Меладзе отнесся к тому, что... Положительно. Эту идею, так сказать, ну, воспринял? Как бы точно он не отнесся к этому плохо, потому что иначе я бы не пела эту песню. Uh-huh. И я предложила ему сделать эту версию, он сказал, я не против. И дальше он... Дальше мы подписали документы, и я, в принципе, вот эту версию, я создавала ее сама, и я думаю, что ему понравилось. Я не знаю, если честно. Мы не общаемся. Ну, может быть, ему понравилось, а может быть, нет. Но я думаю, что если бы... Предположим, понравилось. Если бы ему не понравилось, наверное, я бы об этом знала. Далее нумерология. У многих практичных людей дата 11.11 имеет прямые ассоциации с распродажами, с днем холостяка, с днем, всемирным днем шопинга. У тебя с выходом этого трека почему именно 11.11? Тоже ведь наверняка специально выбирала такой. Специально, да. Потому что у нас был вариант выпустить на неделю позже, но я уже не могла ждать, потому что песню мы делали полгода. Угу. Полгода мы делали эту песню, и потому что мы выверяли каждый звук в этой песне. То есть если вы посмотрите, это была ювелирная работа, потому что время же не вернуть назад, минусовки нету, все уже давно, 20 лет назад эта песня была создана, она уже давно была потеряна, да, возможно, и не на компьютере, давайте скажем. И когда мы создавали, мы старались по максимуму оставить такую органику, мы делали сэмплы из старой версии, делали, в общем, я старалась не испортить, знаешь, мне кажется, это очень важно, и судя по тому, что я сейчас вижу, мне кажется, у нас получилось. Может быть, и нет. Сейчас услышим. Ты говоришь, если вы посмотрите, но смотреть-то я рекомендую все-таки клип этой песни. Мы скоро сейчас приступим к съемкам второй версии, у нас она будет, но пока можно послушать. Да, но подожди, еще задам тебе вопрос. Все-таки, да, ты вернулась к началу своего пути на сцене, творческого пути большого на сцене. Скажи, пожалуйста, вот этот трек «Виагры, не оставляй меня, любимый», это первая ласточка, то есть дальше пойдут другие треки? Песня группы «Блестящих»? Нет, почему же? Опять-таки твои работы в коллективе за авторством Константина Меладзе. Или все-таки это такая разовая акция и хорош? Нет, это однозначно разовая акция, потому что мне кажется, что прошлое, оно должно оставаться в прошлом, ему там место. И иногда, да, бывает хорошо, ты думаешь, такая ностальгия, и ты закрываешь как там гештальты свои. Угу, угу. Ну, то есть у меня была связана определенная боль с уходом из этой группы и с вообще упоминанием. Ты не представляешь, какая у нас была боль с уходом? Вот. В
тебя видишь, есть из этой группы. В общем, давай сейчас твои, я свою закрываю. Хорошо, давайте. Все свои тайные гештальты сейчас. Тайные гештальты. Вместе с Аней. Ну, давайте все-таки действительно закрывать тайные гештальты. Премьера песни Анны Седокова «Не оставляй меня, любимый». Да, единственное, что я попрошу вас сейчас вместе с нами петь, потому что слова этой песни вы точно знаете, уважаемые радиослушатели. Там есть специальное место. Включайте погромче, приглашайте своих любимых на танец. И мы начинаем. Я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все, да не то. Где моя судьба, мне неведома. Пусть все будет, как суждено, но я не знаю, что мне делать с этой бедой. У нее небесный запах, цвет золотой. Сердце по ночам Богу молится, просит каждый раз об одном. Но я играю эту роль, как две сестры. Сердце мое, все, что до него было, не было. Белым застелю полотно, но я не знаю, что мне делать с этой бедой. У меня на свете было все до него. Сердце по ночам потом молится, просит каждый раз об одном. Самую, наверное, одну из древних песен, но да, хотя теперь у меня появился конкурент. Но на самом деле от этого она не менее любимая. Она называется «Привыкаю». Стоянья водой смыли.
привыкаю я к твоим глазам, привыкаю я к твоим губам. Как заставить сердце замолчать, если о любви хочу кричать? Привыкаю я к твоим глазам, привыкаю я к твоим губам. Твою активность в Ютубе, в этом пространстве. А помните, когда ты приходил к нам на башню, туда, в Москва-Сити, да, мы говорили про твое шоу «Квартира 69». Да. А был такой, но сейчас активно развивается шоу «Не учите меня готовить». Да, у нас кулинарное семейное шоу. Это ведь такое шоу-соревнование, по сути. Да, у нас очень прикольный формат. Ты расскажи, расскажи. У нас двое взрослых соревнуются, они готовят блюда, и, значит, ребенок, не знаю, кто из родителей приготовил, выбирает победителя. Угадывает. А, я думала, угадывает. Он пробует. Нет, он пробует и выбирает, и потом, по факту, победил либо один родитель, либо второй. У нас же были в гостях. И Артик приходил к нам, и Айза приходил. То есть мы такое пробуем. На самом деле все началось с того, что мы дома очень любим готовить. Мы прямо обожаем готовить. Семье для нас это такая терапия. И я такая, так, а почему бы нам не снять? И я обожаю кулинарное шоу. И мы такие сняли, у нас уже так прикольно, что очень много. Ну и опять же удобно, когда к тебе приходят, гости приготовили, потом же все остается. Да. Ну и не забираем. Можно самой уже ничего не делать. Артик там сделал все. Ой, мы лепили эти имбирные пряники всеми. Мы, конечно, с ними намучились. Но посмотрите, есть ВКонтакте. Слушай, ну объясни, пожалуйста. Ты говоришь, папа и мама. А не было мысли все это потом увеличить, там, чтобы семья одна против семьи другой и детей собрать? Ну вот мы так с Артиком и делали. А вы так и делали. Одна семья против семьи другой. Но дети у нас были вместе всегда. Они просто нам помогали, иногда мешали. Но в общем-то, классная такая семейная, развлекательная. Шоу. Ну да, особенно где дети выступают в роли членов жюри. Конечно, да, судей. Самое главное всегда наши судьи, дети. Это очень круто. Ну и по поводу бизнеса. Да. Сейчас ведь святым место пусто не бывает. Мы понимаем, что многие ушли с рынка одежды. Как у тебя продвигается твой бренд? И когда же уже для мужчин что-то появится? Ты знаешь, что ты уже сегодня второй радиоведущий, который мне говорит сегодня эту спрашивает? Фразу. Да. Никто и не спрашивал, ты мы первый. Мы смотрим на твой внешний вид и завидуем. Я просто да, мечтал бы деле, иметь такое. На самом деле я уже понимаю, что срочно нужно вырастить. Ты слышала, что он ляпнул? Что он мечтал бы такой иметь. А я имел внешний тебя. Вид, как у да, меня сейчас? Да, виды, да. Имел в виду джинсы. Что-то не то, по-моему, да? Хорошо, я тебе такой с веревочками худик сошью. Не-не-не, перчатки меня. Перчатки? Вдохновили. Ну ты не влезешь, если даже я тебе сейчас... Да ладно, я шучу. На самом деле, ну, для L-Story прекрасно развивается. У нас великолепная верхняя одежда. Единственное, что для всех, кто там думал, что сейчас там уйдут марки с рынка, и все начнется невероятно, ткани подорожали ровно в
два раза все абсолютно исчезло, нету классных молний, нету классной фурнитуры, потому что все это невозможно привезти. На самом деле бизнесу сейчас очень нелегко. И никто не стал покупать, все ушли, все просто люди прекратили покупать. Ну, то есть, и тут выживают, условно говоря, сильнейшие, те, кто может вливать бюджеты, те, кто, у кого хороший пиар, кто очень с душой подходит клиенту. Но я знаю десятки марок, которые просто не выдержали этого и закрылись. Напомню, у нас в гостях студент высшей школы экономики, поэтому вот разговор о том, бюджеты, слова, вот эти вот мудрые, секвестирование и так далее. Анна Седокова, продолжаем концерт. Сейчас будем петь любимую, самую, значит, песню, от которой мы ревем, Unplugged, называется «Сердце бинта». Вижу стойку назад. С небывалым азартом вошла в игру, снегом талым на завтра пошла к дну. Сидел с катушек я, на почву быть ему нужно, ай. Стало очень душно, теперь точно в куча. Но его глаза манят, зовут назад, но уже нельзя строго и до конца. Мое сердце в бинтах, это из-за тебя. Последствия войны на всех фронтах, это из-за тебя. Мое сердце в бинтах, мое сердце в бинтах, это из-за тебя. Обломками прямо в грудь, наши чувства уже их нам не вернуть. А сердце порежешь, а сердце лезвие эти, и порезом третьим зря я попалась в сети. Но его глаза. Сердце не гранит, меня теряю в этом танце. Я буду той, кто сегодня не спит, а ты носи с собой. Сегодня я тебе бросаю вызов, ведь ты был лучшим из моих капризов. Мораль взорвана, но было здорово. Только теперь мое сердце забинтовано. По-прежнему живым концертом, Аня, и прежде чем мы перейдем к заключительной
песни твоего концерта. Все-таки мы обозначили в самом начале, что ты студентка высшей школы экономики, инвестор. Четыре раза так сказал. Да. Давайте я объясню. Я просто происходило за обучение. Там главный преподаватель делал свой курс, и я просто его по финансированию. Так это гордо звучит, а я так даже захотела пойти на очное образование. Хорошо, но тем не менее, а зачем тебе вот... Знать математику? Нет, все-таки математика и финансирование — это немножко разные вещи, как мы понимаем, как работает у нас. Это ловкость ума, наверное. Да, все-таки для чего тебе это? Неужели ты, занимаясь бизнесом, не знаешь, как финансировать тот или иной проект? Да нет, мне кажется, просто деньги очень любят, когда их считают. И всю жизнь я не хочу петь песни и зарабатывать только концертами. Поэтому я очень люблю всякие разные инвестирования. Я очень их так... Всякие разные прозвучало сейчас чисто по-женски. Но мне кажется ты должен знать хотя бы столько же, сколько знает твой бухгалтер в компании, иначе бухгалтер будет умнее тебя. Согласен с тобой. И у тебя будут проблемы. Да. Поэтому для того, чтобы как минимум проверить. Быть наравне с бухгалтером, ты должен знать эти все азы. В общем, друзья... Будущий аудитор у нас. Имейте это в виду, а может быть даже финансовый консультант. Итак, в завершении давай еще раз напомню все-таки, что уже твоя премьера «Не оставляй меня, любимый» есть на всех цифровых площадках. Я хочу еще сказать огромное спасибо Авторадио, потому что Авторадио было радио, которое первое взяло «Не оставляй, любимый» в ротацию. Я очень благодарна. Спасибо Авторадио, вы большая моя любовь. Ну и наконец, на финал. Ну что, у нас не было решения, мы до последней секунды принимали решение, какую песню будем петь, мы так и не приняли, поэтому, собственно, давайте между нами голосуем залом, вот так у нас лайв же программа, выбирайте, между нами кайф или пока милый? Пока милый, все кричат. Кричат пока милый? Ну как кричат, значит так и петь будем. Милому посвящается, в общем. Милому пока. На самом деле эта песня сейчас жутко завирусилась во всех соцсетях. И моя дочь присылает мне, говорит: «Мама, ты видела? Ты это в трендах!» Ты? «Мама, ты в трендах!» Ну, это называется. «Пока, милый, иди в магазин». Да, хорошо. Пусть будет так. Давайте, начнем. Смогла стать тенью твоей, извини, но не злись на меня, дай мысли сказать, на слово мне не смотри, но не надо менять мотивы за платить монеты, улыбки, увы, фальшивые, дай договорить, не заветуй. Ни студия, ни радио, ни авто. Ничего. И знаешь, что я тебе скажу?
Че уж там. Да. На самом деле, можно сказать, звучит как тост, конечно, но можно сказать, что давайте все будем отправлять наши проблемы, заботы и горести. Если они к нам придут, сейчас такие подкрадутся, а мы им таким... Идите пока. В магазин. Да. Пока-пока. Спасибо, Аня Седокова. Спасибо большое. Приятно было повидаться после такой действительно долгой разлуки. Да. И будем надеяться, что человек теперь наши встречи будут более частыми. Спасибо огромное. Спасибо зрителям. Спасибо. Шоу «Мурзилки Лайв» подошло к концу. Всем спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Счастливо.